Машки. Это мой табельный пистолет, это мой табельный, я тебе говорю. Серьезно, это мой табельный. Это табельный мой, я сотрудник, ты что сказал? Мне 61-го. Иди, пожалуйста. Транспорт на связи, пакете, пожалуйста. Как? Ты меня что, застрелить хочешь? Какие лишние движения? Оставь меня в покое. Вы что, прикололись меня, что ли? А? Ты что? Замуса. Да. Еще раз мы вам говорим официально. Выйдите с транспортного средства. Здесь нет, что у вас в машине. Какое огнестрельное оружие? Уйдите от меня. Я от вас тоже буду. Чище. Твою как фамилия? Килоев моя фамилия. Как? В отношении вас будет Я тебе... Подожди, это вообще ты меня пальцем трогаешь. Ты сядешь в тюрьму, я тебе говорю. Сядешь в тюрьму. Да убери, что ты... Покажи разрешение. Да убери, пожалуйста, что ты меня снимаешь? Снимаю, хочу снимать. Ты тоже можешь снимать. Убери, я тебе... Нет, убери. Нет. Нет. А я выйду, уйди, да таки я выйду. Что ты прикалываешься? Мы же взрослые люди. Да подожди сейчас, пока шеф мой не подъедет, я никуда не выйду. Сейчас подожди, сейчас подъедет. Боевые рукоятки, вот. Аланс, подъедьте, пожалуйста, а, ну это не доносится до них это все. Можете подъехать, пожалуйста? Я вот этот, вот как с гади вас сворачиваешь на Московскую, я вот здесь. Да, да. Да! Держи! Стой, говорю! Передай его, передай его!